И вот, по прошествии 17 месяцев и 7 дней, ковчег остановился на высочайшей из гор Араратских. И после того, как третий голубь вернулся с оливковой веточкой в клюве, Ной распахнул двери ковчега, ступил ногою своей на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес: «Асса!» «Асса?» «Асса!» Это и было единственное донесенное до нас из тех допотопных времен слово. А вместе с ним передалась кому-то из нас их сила и чистота. Thank you.